Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, подписчики моего канала! С вами Уральский Птицелов. И сегодня у нас 1 октября. Полный штиль и туман. Когда он это рассеется, непонятно. Посидим, посмотрим, подежурим. Поставили он щеголок, чижика, на музыке там, рыбалок, овсянка. Посмотрим, пока что он синички летают. Певчие цикают, летает он. Сейчас пока не рассеется, наверное. Птичка не очень будет двигаться. Ждем, что будет. Покажу. Так, утро хоть. Время проведем. 8 часов утра. В общем, ждем. Продолжаем свой обзорчик. Пришлось тут несколько птичек у меня. Нужно подойти посмотреть. Что у нас сегодня? Туман таки. Вообще плотный стоит. Не уходит. Время 9 часов утра. Все, вот большая синица. Первое, что у нас тут есть. А здесь у нас щегленок. Пришел он. Спрашивают, что щеглок не ловишь? Да потому что сейчас нечего их ловить даже. Пытаться. Смысла нет. Тут у нас овсяночка вон. Обыкновенная подошла. Тут у нас опять большая синица. Ой, опять вон щегленок подошел. Достанем сейчас. Щегольчика мне заказывали, чижика заказывали. Ну и овсяночку вот им, ребятам отдам, пусть подержат. Будем доставать, продолжим. Не знаю, когда рассеется туман, но туман тут вообще плотный стоит. Ждем продолжения. Время 12 часов. Будем собираться. Паутинку он приподнял. Сейчас будем складываться. Ветерок разогнал туман. Но сейчас полетят потихоньку листики. Здесь я немножко почистил уже паутинку. Так, посидели. Утро. На поле я не пошел, потому что два дня подряд, с утра и до утра, дождик зарядил. Там грязюку месить. Все в лужах. Земля жирная там. Грязище будет. Здесь во дворе посидели немножко. На поле-то, конечно, больше будет птички. Там кормится. Ну, а у нас здесь водичка вон стоит тут. Сделали. Сейчас вон для щегла немножко будем репейничек вон складывать. Там вот нарезал еще. Лежит.
Сейчас здесь установлю его, приготовлю. Немножко заранее место. Ну а вам всем всех благ, здоровья, успехов, хороших трофеев. С вами был Уральский Птицелов. Пойдем заниматься домашними делами. На работу завтра. Смотрите мое видео. Может, все-таки удастся на поле еще сходить. За репалками посидеть. Пока погода вроде тепло. Может, не уйдут. Ну а вам всем пока-пока. До новых встреч.